работает. Слушай, короче, работает. Что я тебе могу рассказать? Почему я, собственно говоря, пишу не на фотоаппарат? Потому что фотоаппарат, как и некоторые другие свои вещи, я успешно, случайным образом провтыкал. Ну, ничего страшного, знаешь. Как говорят, если ты хочешь получить что-то новое, надо избавиться от старого. Ну, в принципе, я этим и занимался. Не совсем, правда, отдавал себе отчет. Но это не важно. Что я тебе хотел рассказать? Я тебе хотел рассказать, друг, что если прежде чем ты захочешь всунуть в себя мухоморы, 10 раз подумай. Потому что я, после того, что попробовал, я вообще никому на планете не рекомендую это. Не, ну хотя, с другой стороны, если ты их... Не, ну я не знаю, у каждого свое. У меня просто был такой жесткий бэт-трип. Это был бэт-трип в бэт-трипе. В бэт-трипе, в бэт-трипе в степени зелен. Поэтому... Не, а знаешь, в чем прикол? А прикол в том, что больше... Мне, пожалуйста, я, эта тема психоделиков на моем канале закрыта раз и навсегда. Я ничего не хочу ни рассказывать, ни вспоминать, ни додумывать, ни придумывать, ни веселиться на эту тему. Если эта тема интересует, есть канал «Растительные психоделики» с какой-то бабой, там баба Маша рассказывает. Интересный канал. Всем, пожалуйста, туда. На моем канале отныне будет только, не знаю, может быть... Я посмотрю, конечно, как в таком формате будет ли удобно писать видео с этой, с палкой-моталкой. Это, может быть, знаешь, это, как вариант, есть такой вариант, можно перископ мутить. Ну, я не знаю, я посмотрю. Я еще до сих пор не совсем в себя пришел. Просветление-то, конечно, прескверная штука. Это, особенно если оно может чуть-чуть не в попад или совместочку с чем-то с другим случиться параллельно. Параллельно и перпендикулярно. Ты понимаешь, как... Я не знаю, короче, что делать. У меня в ВКонтакте 140 сообщений неотвеченных. И как бы хочется всем и ответить, и одновременно у меня времени на это нету. Поэтому, друзья, я вам не буду отвечать на сообщения. Я просто, не знаю, как-то обнулю вот эти счетчики. Вы поймите меня правильно. Я не то, что у меня там... Что я там зазвездился некоторые. Просто у меня физически нету времени сидеть и отвечать на сообщения. Мне хочется еще жить своей жизнью. Я немножечко устал, я немножечко выдохшись из сил, потому что совсем недавно вернулся с определенных мест веселых. Я в психбольнице лежал, прикинь. Нет, да ну их нахрен эти мухоморы. Короче, ладно.